В республике продолжается реализация инвестиционного проекта «Сычуань-Чувашия». Из 5000 гектаров парецкой земли, предоставленной в аренду китайцам, 4000 уже расчищены и обработаны. Депутаты Госсовета Чувашии выехали в район и посмотрели, как идет работа. Работа по реализации проекта началась осенью 2018 года. Земли Парецкого района, которые не обрабатывались почти 25 лет, расчистили, и весной этого года почти 2000 гектара засеяли однолетними культурами. Вика, овес, райграсс. Урожай я оцениваю для первого года замечательно. Сейчас нам осталось выполнить только уборку урожая и кормозаготовительной работы, чтобы весь этот всю зеленую массу закатать в курган на зерносе наш. Из 5000 гектаров арендованной земли обработали 4. Не хватает техники и людей, говорит представитель китайской стороны. Есть проблема с газовиками. Ведь в соответствии с законом, если рядом проходят сети, нужно особое разрешение. Привести эту инвестицию, конечно, должны быть вот какой-то результат. Да? И вот такой вот тяжелой работой выполнены. Вот здесь был вот лес, вот убирали, вот разбили вот эти вот лес, сейчас вот посадили. Это очень хорошо. Работы идут поэтапно. За один год получить там хороший результат невозможно. Но то, что здесь работы идут, это налицо. Сейчас вот будем смотреть площадку, где будет строиться молочно-товарная ферма. Животноводческий комплекс на 3500 дойных коров – это важный этап реализации проекта. Сейчас решается вопрос очистки земли, где находится лесной массив федерального значения. Вопрос решаемый. Мы буквально вот недалеко отсюда, 40 километров, у нас тоже такая проблема была. А здесь вообще не заповедник. Я думаю, этот вопрос вообще просто нужно. Я обязательно документы раскину в администрацию, какие мы писали письма от Моторина. У меня все есть, чтобы это не повторяться, чтобы они там уже посмотрели, обратились. Я думаю, вопрос будет решен положительно. Начать строительство фермы планируют в следующем году. У нас вот есть вот несколько какой-то рабочий вот момент с Минсельхоз Российской Федерации. Они вот тут уже вот поддержали этот вот проект. Этот проект потом будет включать в список самых главных вот проектов сотрудничества Российской Федерации с китайской государственным проектом. Поэтому они тоже вот поддержали наш вот проект, чтобы развивается экономика здесь, в вашей. Открытие фермы с нетерпением ждут и жители Парецкого района. Ведь это шанс работать на родине, а не ездить по всей стране в поисках заработка. Этот проект очень важен для Парецкого района, потому что у нас налоговая составляющая планируется много. Уже мы получили налог на землю, за аренду получили около 2 миллионов рублей. Ну, рабочие места, рабочие уже свои работают, много подкрепили свои хозяйства, свои финансовые положения. По мнению депутатов, такие проекты вдохнут новую жизнь в сельские территории. Ольга Алексеева, Павел Редков, Республика.